Всем привет! Сегодня с историей от анонима. Сейчас зачитаю ее письмо. Поговорим немножко об этом. Довольно-таки тяжелая история. Давайте начнем. Здравствуйте, Галина. Помогите, пожалуйста. Умоляю, я жить не хочу впервые в жизни. Моя история начинается с того, что я месяц назад уехала из Украины, оккупированной Россией территории, и в Польшу в связи с обстрелами. Помог мне выехать бывший муж, с которым у нас много лет были больные тяжелые отношения, которые уничтожали меня морально, и пока я их не разорвала. Но на протяжении нескольких лет после расставания муж пытался всячески меня вернуть. Плакал, обещал, что изменится, будет все делать для семьи. Но все в итоге по кругу то же самое. Пьянки, гулянки, его друзья, интересы у него были вот такие. Так вот, забрал у нас из опасной территории к себе. Месяц я его уговаривала, чтобы забрал просто ребенка. Из-за тяжелого общения мы не могли с ним договориться даже нормально. И, прячась от снарядов, было все равно мне уже куда бежать, лишь бы вывести в безопасность дочь. Так вот, самый ад начался по приезду. Мы приехали в двухэтажный дом-хостел, в котором живут разные мужчины. Пьют, кричат, курят марихуану, по ночам уснуть не всегда можно, да и дочь смотрит на все эти пьянки, на все эти рожи, грязь просто вокруг. С собой я забрала еще мою маму, и у нас были лишь небольшие сбережения, которых нам хватило на месяц. Мой бывший сказал, что помочь снять квартиру у него пока нет возможности. Ничего страшного, если ребенок поживет вот в этом кошмаре. Изначально он просил, чтобы не было шумно, якобы он нас оберегал. Очень просил меня построить нашу жизнь в Польше сначала. Давил на меня. И вообще говорил, ой, да когда все закончится, не уезжай домой и бла-бла-бла-бла-бла. Когда я найду работу, мы сможем на две зарплаты позволить себе квартиру и нормально жить. Это были его слова. Я сказала, что не собираюсь возвращаться к нему, и мне некуда просто ехать обратно, поэтому я привезла сюда ребенка. К тому же дочь он давно не видел, но он не очень настаивал на воссоединении с ней, и я сказала, что посмотрю на его поступки в итоге. Отношения, естественно, у нас с ним не складывались, меня не устраивало его отношение к нам и очень давило, что мы живем целой толпой какой-то, непонятно с кем, денег нет, работы нет, язык другой, в общем, полная же. Но отец моей дочери не спешил поддерживать, как будто ему плевать. Говорил, что у него трудности на работе, ему не до этого. И вот в один прекрасный день он со своими друзьями устроил просто дурдом на втором этаже над нами. Распивали алкогольные напитки, курили марихуану. Я была в диком шоке. Мы все до часа ночи не спали, пока не поднялась я туда и не устроила там такой скандал. Конечно, соответственно, я его опозорила при всех, но мое состояние было просто шоковым. После чего он сказал, что имеет право расслабляться и ничего уважительного не проявлял в нашу сторону. Я лишний раз убедилась, что избавиться от этого человека было лучшим решением однажды в моей жизни. Много лет я пыталась ему помогать с образом жизни, помочь, спасать, чтобы он стал семейным, но, видимо, ему это не нужно. Обещать — это непонятно с какой целью. В общем, теперь я в настоящем капкане. Живя в одном доме с ним, я делаю вид, что я его даже не знаю. Дочь плачет, переживает, ведь все слышит и видит, и даже видела как-то, что как мы толкали друг друга, я даже упала возле машины. Работу пока я не нашла, я пытаюсь, но пошла на языковые курсы польского, они как раз бесплатные. Стараюсь сделать хоть что-то сама, потому что я не знаю, сколько будет идти война, а мне уже нужно куда-то съехать из этого сумасшедшего дома и жить без него. На фоне стресса руки у меня просто опускаются, ничего не хочется, но я себя заставляю. Еще депрессия началась у моей мамы, и все обвинения посыпались на меня, скандалы еще и с ней. Говорит, что ей здесь тяжело, учить язык со мной на курсах ей сложно, она не хочет. Вообще, я ее сюда привезла, притащила, и здесь ей плохо. Хотя я всего лишь хотела забрать маму под мирное небо и не думала, что здесь будет такая жесть. Мама постоянно на меня психует, я не могу сосредоточиться, вытянуть себя из этой депрессии. Жизнь здесь невыносима. Съезжать некуда, денег на жизнь пока тоже нет. Я через переводчик написала письмо хозяйке хостела, и она поговорила с моим бывшим мужем, чтобы некоторые мужчины оттуда съехали. Ура, аллилуйя! Галина, пожалуйста, дайте мне совет, разберите мою историю на канале от анонима. Я сейчас погибаю морально и впервые в такой ситуации. Я вам не раз писала, спасибо вам за все. Следовала вашим советам, которые помогали избавиться от ненужных знакомств. Если ваши советы будут жесткими, я даже не обижусь, очень жду.
Я, давайте, да будем про моральное говорить. Я не могу, я не в Польше нахожусь, да, я не знаю ситуации в том плане, какая там сейчас помощь происходит. У меня тоже знакомые из Киева живут сейчас в Польше, ищут работу. Им, кстати, это удалось по специальности своей. Там упрощенка сейчас идет, по многим профессиям принимают. Что я могу сказать? Первое, там, девочки, кто с Украины куда-то в Европу переехал, кто в курсе, особенно кто в Польше, пишите мне на почту, например, или под этим видео, пожалуйста, напрямую выходите на автора, может, чем-то помочь сможете, да? Какой-либо помощью, хотя бы каким-то жильем и так далее, выходом на работу, что как минимум, хоть на какую-то минималку. Что я могу как психолог, да, сказать? Первое, ну, блин, это тяжелый момент, катастрофический в жизни, это не конец. Я здесь сразу вижу плюсов, понимаете, дорогой аноним? И многие мне об этом, кстати, говорили, писали, и очень многие. Вот ситуация вообще, которая произошла в мире и, в частности, в вашей жизни, вообще, в общем, когда происходит конкретная катастрофа, проблема, тогда и познаются хорошие или плохие люди, да, кто поможет, а кто отвернется. И у людей вылазит самая вот эта чернота, кто какой был, да, там, злой, например, жадный, эгоистичный, все это лезет наружу. Потому что из-за стресса просто по-другому гормон стресса, кортизол, например, по-другому работают гормоны, защитные механизмы некоторые в нашей психике и сдерживания падают, человек показывает себя во всей красе. А если человек был хороший, там, не гнилой, например, там, не знаю, добрый, помогающий, он и будет таким, он будет делать этого еще больше, у него тоже опускаются некоторые шоры, ограничения, он не видит стопов каких-то, чтобы там не помогать и делать что-то хорошее. Вот это и есть эти тестовые такие моменты, лакмусовая бумажка, такие ситуации на нутро человеческое. В вашей ситуации всплыли те проблемы, которые были всегда, вы о них знаете. Вы просто еще раз убедились, что у вас был никчемный муж, которому наплевать на ребенка, к сожалению, говорю как есть, да, который не заинтересован ни в вас, ни в вашей жизни на самом деле. Он занят своими пьянками, гулянками, тусовками, друзьями. То есть это не семейный. Вы пытались из него такого слепить, ничего не получилось, развелись. Вот, вот знаете, плюсик какой? Вы сейчас еще раз убедились на практике, что не надо жалеть, скажем так, о том, что я сделала. Вы об этом не жалеете. И не надо верить его обещаниям, что он типа что-то изменится и будет все как раньше хорошо. Не давать ему никакой шанс. Вот он себя показал, пожалуйста, ему наплевать. Девочке, да, сейчас плохо, потому что у нее опять разочарование очередное. Сама ситуация, да, страшная. А разочарование еще и с папой, да, что папа не поддержал, не проявил. Тоже это же образ мужчины. Она тоже где-то таила надежду, что папа где-то далеко там в Польше, в другой стране живет. Что все равно мы все ждем, что папа там наш герой когда-то поможет, спасет там и так далее. А папа таким не оказался. И по факту он вас не спас и не спасает. И она все это видит. У нее, знаете, больше разочарования идет в нем и в отце, как в образе мужчины. Это тоже тяжело. Плюс у вас с дочерью хорошие отношения. Да, плачет, страдает, но вы вместе. Надавите больше на вот это объединение с дочерью, поддержку друг другу, говорите больше по душам. Я не знаю, сколько ей лет. Ну, допустим, если лет там где-то, даже если 5-6, но все равно там подросток, 10 лет и так далее, это вообще время с ней общаться на равных, где-то по-взрослому, взрослые темы, где-то личные такие душевные поднимать, по-человечески общаться. Но даже маленькому ребенку на более простом языке, там, в 5-6 лет, тоже многое можно объяснять, что-то говорить, да, и могут быть взрослые довольно-таки разговоры. Дети очень... Поймите, детьми делаем мы их детей. Думаем, что они глупенькие, ничего не понимают. В каких-то важных глобальных вопросах дети все понимают. Надо просто с ними об этом говорить. Это мы пытаемся сделать ширму, типа они ничего не понимают, все не понимают. Так вот, объединяйтесь больше с дочкой, будьте подружками, поддерживайте друг друга. Мама. Мама тоже вылезла, та старая проблема, которая у вас была всегда. Видите, у вас мама в позиции ребенка, за нее решает, вы ее вывозите, она потом, как ребенок капризный, вам предъявляет претензии, что ей плохо, страшно, не то, что она хотела, или вообще она не хотела уезжать и так далее. Вы с мамой разговариваете вообще простой: мам, там все плохо, тебя могли там и меня, и там, и нашу там дочку, мою твою внучку убить. Да? Ну, кто знает, какая же иная пуля прилетит. Тебе лучше живой или мертвый? Да, давай вот такими, поймите, в стрессовых таких патовых ситуациях надо крайне категорично, очень просто размышлять. Не надо глобально. Это я в прошлом видео об этом говорила. Убивать людей нельзя. Все, точка. Надо наоборот сжатыми, простыми категориями общаться. Вот вы маме говорите, тогда стресс просто ниже, и все гораздо проще. Не надо размывать картину. Это не нужно. Так вот, мам, ты что хотела бы быть, живой или мертвой? Вот ты живая, это уже шанс на нормальную жизнь, мы можем там начать сначала, там, у нас есть возможности и так далее.
Мамины претензии, мамина депрессия. Она сейчас у всех депрессия. И у дочки вашей, и у вас, и у вашей мамы. Проблема в том, что мама в себе не держит, а вам предъявляет. А мама вообще вам предъявляла и раньше. Вот в чем проблема. Она всегда была вот этим ребенком, за которую надо решать, или она где-то на вас, вы за нее решали. Эта проблема у вас и вашей мамы сейчас всплыла. И сколько бы ей лет не было, или 50 вашей маме, или 80, у вас эта проблема всегда была в отношениях с мамой. Вы были взрослые, а она где-то была ребенком. В какой-то момент это создалось именно вот так. Потому что сейчас не как взрослый человек рассуждает, слава богу, я жива, у нас есть шанс условно хотя бы жить, существовать, да? Она рассуждает как маленький ребенок в детстве, топает ножкой, говорит, мне нехорошо, мне неприятно, она высказывает свои эмоции. Она имеет на это право, а вы имеете, в свою очередь, право это не слушать. Вы имеете право маме не отвечать, не жалеть ее. Прокричалась, проплакалась, прооралась. Вы можете сказать, мама, что это от меня зависит, что происходит? Это же не я создала. Я тебе, наоборот, помогала, вывозила тебя, сохраняла тебе жизнь. Вот за это ты мне должна сказать спасибо, например, да? Ну, не прям должна, каждый человек по-разному на это может среагировать, на такую фразу, постановку. Ну, смысл такой, вы поняли, да? Смотри, как себя, мама, ведешь. И можно еще поддержать, конечно, типа, мама, нам всем тяжело, нам всем сейчас плохо, то есть мы с тобой не отделяемся. Ни одной, вот если у мамы позиция, и одной плохо, она страдает, ножками топает. У вас всем так плохо, в разной просто степени, но смысл-то один. И вашей маме, может быть, даже не больше, не хуже, чем вашей дочке, которая теряет образ отца, блин. А по поводу, к сожалению, да, на месяце там работы, денег, что делать, я вообще не могу быть вам советчиком, я там не нахожусь, но вы, хочу вас поддержать. Вы совершенно правильно рассуждаете, что надо оттуда съезжать, искать какую-то хоть работу, хоть что-то, какую-то помощь. В общем, я имею в виду, что надо отделяться от этого места, от этого человека. На мужа своего вообще не надеетесь. Там надежда, он только подтвердил, что надеяться на него не нужно. И мы из этого берем плюс. Больше мы на него не надеемся, ни в чем никогда вообще. Мы ему не доверяем. Он может вот в любой момент опрокинуть жизнь в своих интересах только ради себя. Это эгоистичный очень человек. Тоже, кстати, застрявший в детстве. Я вам больше скажу, мне кажется, вот такая ломовая лошадь, которая мужа когда-то тянула, семью вывозила, за маму что-то решала и так далее. Знаете, почему вам сейчас тяжело? Потому что хребет уже хрустит. Вы не можете себе на спину накидывать так много, всех тащить, за всех все решать. Для всех быть взрослой. Так что пришло время, назовем так, скидывать то, что вы себе на спину навалили, этот вес мужа вычеркиваем, потому что все, ну, все себя уже показал, тут излишне о чем-то говорить, не на что там надеяться. И мы скидываем также маму, потому что она сама о себе тоже может заботиться. В том плане, в моральном я имею в виду, да? То есть мама, вы не должны быть маме психологом, вы можете ее поддержать, я вот опять повторюсь, завершение, да, тем, что мам, всем тяжело, плохо, я сделала для себя, что смогла, лучше, что живая, правильно, да, то есть твоя безопасность, там, я тебя люблю и так далее. Мне так же плохо, мам, как и тебе, у меня тоже депрессия, ты здесь не одна страдаешь. Но решать за нее проблемы, там, не знаю, извиняться, там, обещать ей что-то там, и так далее, вы не должны, не обязаны, не тратьте на это силы. Вы не можете поменять сейчас ей вот эту ситуацию, улучшить ее жизнь. И не должны. Она взрослый, самостоятельный человек. Ваш ребенок, вы его не можете скидывать с себя, да, потому что это ваш ребенок, ему нужна моральная... Понимаете, у него папа отсекся в один момент. У нее сейчас базовая тревожность, страхи, вообще почувствовала, ей нужна опора семьи и помощи от родителей. У нее одного родителя не стало. Знаете, как на одной ноге лишиться. Даже в каких-то своих истинах. Просто надежда на папу и мысли были. А вот. Вы не должны ее с себя скидывать или отодвигать. Ваша задача с ней поближе, наоборот, притесниться с дочерью, объединиться и поддерживать себя, ну, на уровне взрослых. Не так, что я за тебя решаю, я тебе помогу, я там та-та-та-та. Давай вместе. Давай сейчас я тебе помогу, а тут ты мне морально поддержишь. Тут меня поддержишь, что-то хорошее скажешь, а здесь я тебя поддержу. Понимаете? Взаимопомощь должна быть с дочерью. Вы не можете одна всем помогать. И ваша депрессия, состояние, потому что вы оказались в той ситуации, когда вы ничего не контролируете, по сути, сейчас. И вы не можете выйти за некие рамки своих возможностей. Вы не можете прыгнуть выше головы. Вот в чем проблема. Сейчас так сложилась ситуация, что вы не можете всех их тащить, как это было раньше. Я вам последнее скажу, самое главное. Поймите, то, что так произошло, вот вы сейчас, вот в этой точке, оно к лучшему. Потому что вам, аноним, это сигнал, что не эти обстоятельства, да какие-нибудь другие бы сложились в мирное время, вы бы все равно потом увидели, что не, я больше не могу на себе это все тащить. Я устала. Пора менять модель моего взаимодействия с моими родственниками, вообще с людьми.
пришло время жить по-другому. Вот страшная ситуация, ужасная, но я не могу не заметить этого или это не отметить, не сказать об этом. Вот так. Да, тяжело, но поверьте, порой легче отрезать в один момент и понять, прийти к истине, передумать что-то, да, переосмыслить, чем это растягивать и медленно коту и хвост отрубать. Знаете, такая есть поговорка. Лучше раз, да, тяжело, вы быстрее, как вот этот феникс из пепла, восстанете, по-другому заживете. Тяжелый момент. Поддержку ищите в своей дочери. Вот что я хотела сказать. Жду ваших комментариев. Пожалуйста, напишите совет этой девушке. Вот это вот я... Еще напоследок скажу, ладно. Вот эта фраза «я не хочу даже жить» — ваш выбор. Я, кстати, суицидников не осуждаю вообще. Это люди, у которых не было поддержки, помощи. Они так устали, их никто не поддержал, они решили закончить свои проблемы таким образом. Но, пожалуйста, подумайте, если вас не станет, в каком положении окажется, что будет чувствовать, думать ваша дочка, когда вас не будет? У нее папы уже нет, и мама еще не станет. Что, ей хорошо от этого будет? Вот всегда об этом думайте, если у вас такие мысли в голову закрадываются. Вы вправе этом думать, хотеть, мечтать. Но твоя моя сиюминутная сейчас усталость, некое разочарование, опускаются руки. Но если я это сделаю, моему ребенку будет еще хуже. Я сделаю одного несчастного человека на земле. Потому что ваша дочь никогда не забудет, потому что у нее нет мамы, а ее смерти о маминой, понимаете? Это травма на всю жизнь. Вы этого дочке хотите? Или вы хотите, чтобы быть старенькой, в возрасте там 90-100 лет, умирать на руках у своей дочери, ее там детей, внуков, правнуков своих, то есть любят, ходят, лелеют, за вами ухаживают, плачут, конечно, по вам, но это, ну, смерть — это наш процесс, естественно, что сделаешь, мы не бессмертные, к сожалению, да? Или вот так такую травму нанести ребенку и сделать из нее травмированного, несчастного человека, одинокого и сироту, вам это надо? Точнее, вы вот так любите свою дочь, что хотите ей эту боль причинить. Это, вот эти мысли у вас всегда должны быть в голове. Что будет? Я вообще всем говорю, кто об этом задумывается. А что будет, когда меня не станет? Кто будет плакать? Что будет происходить? Кому будет больно? Поверьте, есть на земле всегда люди, даже если вы совсем одиноки, которые вас всегда будут помнить и будут плакать от того, что вас нет. Так что об этом всегда задумывайтесь. Спасибо всем за внимание. Пишите, пожалуйста, комментарии, советы этой женщины. Она очень в них нуждается. Поддержите, подбодрите. Если какая-то реальная помощь, обязательно на нее выходите. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.